Ладно, погнали дальше и погнали в данж. И погнали, да? Пора взяться за работу. Так, мы разобрались с теми ребятами. По-моему, на первом этаже у нас тут где-то куда? Вон там комната. Тогда телепортируемся. Димитро, просто, по-моему, ты себе навообразил какие-то странные вещи. О, точно, на руками, хорошо, что напомнил. Надо его обязательно скачать. Так, мне музыка этого данжа напоминает. Что тебе напоминает? Что это такое? Господи, где ты эту срань находишь? Хотя вообще это неплохо. Блин, мне нравится эта персона. Она замечательно рядом со мной стоит. В этом же чате кто-то скидывал. А, хотя да, точно. Чей спрашивает глупые вопросы? Задаю. Йоси. Так, окей. 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 И нас, по идее, пустят. Потому что у нас есть карта с нужным доступом. Да. Да. Ху, а я уж думал. Да, все норм, все норм. Вперед, посмотрим, что у нас тут дальше. Так. Так, странно, пока что мы не нашли никаких подтверждений тому, что Окумура, возможно, как-то связан с преступлениями, связанные с теми людьми, что остальное явились инвалидами. Но у нас впереди еще есть большой данж. Так, скорее всего, мы ничего не можем найти, потому что он очень глубоко, очень хорошо это скрывает. Конечно же, Футаба в маске. Все в маске. О,
О, господи. О, господи. Смотрите, сокровище вон там находится. Мы становимся все ближе. Так. Мы преодолели уже большой кусочек этого места. Впереди еще какое-то. Тут снаружи его придется. Окей. О, господи. Только не загадки с платформами, пожалуйста. Я ненавижу платформы. Сокровища. Окей, окей. Здорово, здорово, ребят. Я только пришел. Хорош. Да, действительно, они вовремя, через полчаса заканчивают. Ну вот, Футава тут сидит и вообще-то программирует, наверное. Не знаю. О! Забавно он стоит. Давай, крыша. Блин, неплохо, неплохо. Красиво. まだ終わらないぞ。クライム。取れ。クイーン。
39 левел. О, круто. Еще один левел до 40-го, где у меня там хорошая персона намечается. Надеюсь, до босса я ее возьму. Сократ, я не могу нуар передать ход, потому что нужно два уровня вообще линка пройти. Кооперейшн. Бегу на карт. Стоило, да еще как. Лучше же РПГ. Сейчас, давайте Хару побьет. Да не ты. На простом смерти мне долго осталось ждать-то, апрельон. За дверью почти уже. Стратегия высказывания. Опа. Опа. Шоутай о мисеро. В смысле, она сейчас недоступна? Только 31-го? Еще серьезно? Я думал, она уже доступна. Леранка, лучше, чтобы они не делали, и ты их быстро нагибал. Потому что если они начнут что-то делать, то ты будешь умирать. Причем очень быстро даже. Поэтому я лучше не буду давать им возможности. Хорошо, добрались. Сокровище находится там внутри, ты сказал, да? Да, она там. Но все же нужно убедиться наверняка. И все же, мы так и ничего не нашли, что связывало бы Акумуру с инцидентами с людьми, что сходит с ума, или с теми, которые становились овощами, инвалидами. Так, это дворец с сопоставим с его компанией. Возможно, он непосредственно сам отвечал за эти преступления, и никто из его работников не знает про это, поэтому мы ничего не услышим. То есть, нам нужно спросить его тень напрямую, что ли? Итак, дальше у нас
офис и фабрика. Офис, фабрика. Ладно, давайте поспешим. А, да, точно, мы же изучили один только район. Блин, если сокровища тут внутри. Да, вот. Тенда, увеличу уровень сложности, возможно, не будет уже так легко. Так. О. Окей, а вот и фабрика. О, господи. Сократ, забавно, забавно. Ну давай не о политике сейчас. А то сейчас начнутся жаркие споры в чате. Хотя не, можно, мы заканчиваем. Ладно, ребят, давайте тут тогда остановимся. Фабрику уже завтра изучим и потом в офисе. Мы очень близки к сокровищу, так что, да, круто. Так, сейф. И сколько у нас общее время? 129, почти. Ладно, продолжение следует.